С начала года в регионе отремонтировали 380 многоквартирных домов, сообщает телеграм-канал администрации Самары «Вести» с Дворянской. Специалисты обновляют фасады, крыши, фундаменты, лифты и инженерные системы. Работы завершены и комиссионно приняты на сумму порядка 1 миллиард 200 миллионов рублей. Что именно нуждается в ремонте, определяют жильцы домов. Также во многих МКД завершаются работы по капитальному ремонту и подрядные организации готовятся к сдаче своих объектов, а жителей ждет приемка работ. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что в Самаре продолжается прием документов для постановки на учет участников СВО и членов их семей для получения земельных участков. Прием граждан ведется по понедельникам и средам с 9 утра до 5 вечера по адресу Куйбышева, 48, кабинет 25. Также заявление можно подать через МФЦ. На Чернореченской продолжается комплексное благоустройство в рамках программы формирования комфортной городской среды, сообщает администрация железнодорожного района в своем телеграм-канале. Во время обновления дорожного покрытия уложен не только новый асфальт, но и расширена проезжая часть. Благодаря дополнительной полосе пробки на перекрестке с улицей Владимирской значительно сократятся. На первом этапе работ были заменены системы водоснабжения, теплосети и газовые линии.